Оказывается, волшебных ручек не хватало, да? Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Ой, что-то тихо, что-то я не слышу ничего. Давайте еще раз, это была репетиция, договорились? Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Громко! О, молодцы! Другое дело. А здравствуйте, уважаемые взрослые! Ой, здорово! А вы хлопать умеете, аплодировать, да? Все-все-все. Приготовили волшебные ладошки. Это мы хлопаем, просто хлопаем. А сейчас мы с вами будем хлопать по-волшебному. Вы умеете улыбаться? А давайте представьте себе, что улыбаются наши ладошки. Давайте хлопать будем так, как будто мы громко-громко смеемся. Хлопаем и смеемся. Ой, какие волшебные ладошки, какие все нарядные, какие все красивые. Мы поздравляем вас с уже наступившим Новым годом. Пусть у всех все ваши волшебные мечты сбываются и у взрослых, и у малышей, договорились. А сегодня мы для вас приготовили волшебную-волшебную сказку, которая называется, кто знает, как она называется, «Морозко», правильно. Но для того, чтобы сказка наша к вам пришла, нужно что? Нужно волшебными ладошами похлопать. Вот так. Поднять правую ручку наверх, сделать замочки чик, и закрыть ротики. Во время спектакля не разговаривать можно только смеяться. Не разговаривать можно только хлопать, да? Слушать и смотреть внимательно. Итак, раз, два, три. Сказка оживи. Ой, проверь, он не пьет.
выгоню! Доченьку, если мою разбудит! Настя! Настя! Бегу, матушка! Ты пироги испекла? Да. А чулочки заштопала? Да. Все сделала. Да нет. Да, тогда я тебе еще одно задание. Полы помыть. Да. Так, щи свари. Так, шторы постирай. Ну ладно, иди потом еще придумай. Иди домой. Ой. Ой, доченька моя. Мамки, дочек, просыпайся, моя деточка, мой ребеночек. Ой, я уж пироги-то испекла. И чулочки-то заштопала. Ой, мама, маменька, маменька. Ну что, день-то долг впереди. Я посплю еще маленько, а потом съем уж пироги. Ой, да как бы ты не заболела, как бы ты не похудела. А ну-ка, радость моя, мой дружок, на-ка с капустой пирожок. Вкусно, да? Ой, я родную дочку холю и работать не неволю. Маську покричу и работу подыщу. Эй! Настя, чайка! Я здесь, матушка. Так, ты ступай-ка за водой и посуду перемой. Наколи побольше дров и не забудь ты про коров. Напоить их, а накормить да сенца им положить. Да, матушка. Иди работай, иди давай, иди. Ой, дочка. Мамуленька, хорошая моя злата. Плохо с мальчиком не жить. Эх, ниточка, так тяжко. Никому ведь не нужна бедняжка. И никто не пожалеет. Никто добрым словом не согреет. Что ты, старый, тут скрипишь? Что я слышу? Все, молчу, молчу. Да я тебя поколочу. Ой. Рогами забью. А на улице подружки, право слово, кокотушки. И ребята молодцы, как хотим все удальцы. Все играют и резвятся, поют, пляшут и веселятся. Настя, Настюна, выходи петь, танцевать.
заплакал, затужил, дочку в сани посадил, в чащу снежную повез, на погибель, на мороз. Ох ты, дочка моя, дочка бедная, не взлюбила тебя баба вредная, а перечить я ей не решайся. Ты не плачь, не навек чай прощайся. Ой-ой. Настенька сидит, дрожит, холод по спине бежит. Дед Мороз вдруг появляется и рядом и останавливается. Ощутили я здесь, лед сковал на речке за ночь, а на подстояне пересел старый Дед Мороз. Иваныч! Ой, кто это в моем лесу гремучий? Я морозить всех люблю. А тепла я не люблю. Тепло я тебе делится, тепло я тебе красное. А мерзнешь, молодец. Тепло, морозушка. Что ж тебя так жарко греет? Я, морозушка, пою, грею душеньку свою. Ну спой мне песенку. Thank you.
Бум-б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 ум. Ой, ты все уже сделала? Да. Молодец, Настенька, и пол подмела? Да. И перины, смотрю, сбила. Какие нежные, пушинка к пушинке. Я тебя, Настенька, благодарю. И за работу за твою шубку новую даю. Раз, два, три. Спасибо. Красивая? Какая красота. А еще ларец добра, злата и серебра. Раз, два, три. Спасибо, Мороз Иванович. Не за что, работница ты моя хорошая. Возвращайся ты домой с подарками, ангел мой. Ну, приготовилось, волшебство начинается. Раз, два, три. Рубашку зашей. Плащ-то я наша была. А как шьют, не спрашивай.
пришла. Ты, дед, неси шубу поскорее, да сундук потяжелее. А лучше сразу два. Давай. Давай, давай, давай. И тебе подарки тоже. Конечно. Что ж, за злость твою вместо шубы вот рогожа. Раз, два, три. Рогожа! Вместо злата серебра вот тебе сундук зола. Зола! Ведь не будешь злой, ленивый. Ну, с подарками такими ты ступай домой. Раз, два, три. Фу! Узнаете потом, но
сперва хочу, чтобы вы показали, как меня в игрушку ждали. Как? Топаем! Не слышу! Топаем! Еще громче! Хорошо! Злыми. Нет, и скупыми не будете. Нет, нет, ребята, простимы. Простите, пожалуйста, ну хорошо, присоединяйтесь к нам и к ребятам. Ура! С новым годом! С новым годом! Новым счастьем! А еще громче аплодисменты волшебной ручки. Олеся Боровая. Так. Значит, наши артисты. Березняк Петр. Аплодисменты. Михайлуца Надежда. Аплодисменты. Педагог музыкальной школы. Кузанкова Лариса. Уже студент театрального вуза. Андреев Станислав. Выпускник нашей студии. Дубнинец. Яна Александровна Арзамасова. В общем, это образцовый театр куклы, актеры и маски Политруля. Мы вас ждем на наших спектаклях, а сейчас, мам и пап, не забывайте и к нашей елочке спускайтесь. Там еще один сюрприз, хоровод на елке. С Новым годом!